Доброе утро. Сегодня на территории республики действует 41 пожар. Из них тушатся 7, остальные в зоне контроля. На пожарах работает 429 человек, 18 единиц техники. За сутки локализовано 3 пожара, ликвидировано 6 пожаров. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки, передислокации личного состава применялся воздушное судно. Также работал самолет-зондировщик Ан-26 с подвесным оборудованием «Веер». Он работал по Мирнинскому району. Сегодня в Мирнинском районе идут дожди. Приближенным и угрожающим населенным пунктам и объектам экономики пожаров нет.